Воскресенье – день финальной гонки. Рано утром у пилотов есть 15-минутная свободная практика, чтобы проверить готовность мотоцикла. Инженеры имеют возможность окончательно убедиться в принятых решениях, а пилоты дополнительно потренироваться. В тех видах спорта, где спортсмен испытывает нагрузки и сильно потеет, обычную воду не пьют. Воду смешивают с так называемым водно-солевым балансом, потому что с потом выходят минеральные вещества, которые присутствуют в организме человека. И, в принципе, если пить одну воду, то это способствует более обильному потоотделению и увеличению, скажем так, вывода этих минеральных веществ из организма. Поэтому, в принципе, вот каждый пилот имеет бутылочку, кто-то там со своими логотипами, кто-то с логотипами спонсоров, вот, в которой разводят специальный раствор, в котором присутствует набор витаминов, минеральных солей, солей, которые присутствуют в организме человека. У меня шлем Арай, на нем слегка тонированный визор. Вверху установлен резиновый уплотнитель. Это защита от дождя, чтобы вода не проникала внутрь. На визоре есть две тонкие пленки. Если визор загрязнился или налипли насекомые, можно просто сорвать одну пленку, чтобы его очистить. Сегодня немного насекомых, потому что холодно, поэтому не уверен, что они пригодятся. Может, я использую одну. Также можно срывать пленку для очистки визора от капель. По бокам пленка зафиксирована скотчем, чтобы ее не срывало ветром при повороте головы на скорости. Вот и все. После практики все проводят стандартные работы. В ожидании финальной гонки команда смотрит заезды в других классах и старается расслабиться. Мы не используем термостаты в холодную погоду. Чтобы нагреть мотор до нужной температуры, мы заклеиваем радиатор скотчем. Перед каждой гонкой мы открываем новую бочку. Мы используем топливо ETS с октановым числом 108. Такое топливо позволяет добиться большей мощности. Здесь есть отметка 5 литров. Я всегда заполняю канистру до 5 литров. Горловина канистры имеет нажимной клапан, чтобы предотвратить пролив бензина при заправке. Перед финальной гонкой было непонятно, какая будет погода. Перед самым началом пошел дождь. Команды быстро поставили дождевую резину и выдвинулись на старт. На старте пилоты располагаются в соответствии с результатами квалификации.
Их сопровождают механики и девушки из группы поддержки. Первый раз пилоты стартуют на прогревочный круг. К моменту старта финальной гонки команды должны находиться в боксах. Организаторы контролируют это. Приходится наблюдать за ходом гонки по мониторам. Через несколько минут после старта гонка была остановлена, и никто не понимал, в чем причина. Было падение нескольких пилотов, но все были уверены, что гонку перенесли на несколько часов из-за погоды или организационных вопросов. Позже было объявлено о гибели итальянского спортсмена Андреа Антонелли, из-за чего этап супербайка в России был отменен. К сожалению, уикенд закончился трагично. В результате аварии в классе суперспорт на первом кругу скончался райдер Андреа Антонелли. Гонка была отменена. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования семье Андреа и всем его близким. Тем не менее, чемпионат суперспорт продолжается. Следите за выступлениями команды Ривамото через две недели в Англии.